Так, друзья, всем привет! Вот это я попал на пару тележек обалденных красоток. Орхидеи сегодня сделаю обзорчик. Очень-очень красивый. Давно не делал завозов новеньких. И вот такие вот, друзья, орхидеюшки в новеньком завозе. Это у нас орхидея похожа на Агнес. По-моему, Агнес называется, да? Что-то такое вот красивая, крупноцветковая орхидея. Фаленопсис для контраста ее так, чтобы на фоне было хорошо видно. Поставочка орхидей. Это волгоградский Леруа Мерлен. Ух ты, вот этот красавчик, друзья. Есть орхидея стандартная, называется Motion. Такую видел. А вот такой биглип с губой большой я встречаю первый раз в магазине. В продаже у нас на картинках видел, но вот так, чтобы вживую нет. Так, а это у нас что такое, горизонт, что ли? Ну-ка. Нет, друзья, вроде смотришь горизонт, но вот так смотришь, не горизонт, что-то знакомое очень, но не горизонт, это точно, потому что у горизонта более такой, знаете, кирпичный, чайно-кирпичный оттенок, а этот какой-то малиновый, что ли, выцветший, знаете, как есть орхидея счастливая Кэрол, Happy Кэрол, вот что-то таких вот тонов, интересная орхидеечка. Так, что у нас тут есть? Вижу, там у нас в глубине роскошный, еще один Агнес орхидеюшка, но она такая, смотрите, не прокрашенная, 50 на 50, очень интересная, крупная, оранжевые орхидеи. Так, ух ты, какой персик, вау, друзья, смотрите, с мою ладонь очень крупный цветок и такой, знаете, какой-то пастельный окрас у него, пудровый, не знаю, вот у мамы, у моей в советские времена, помню, стояла пудреница вот точно с таким же цветом. Она себе румяна делала. Вот, это было еще в затертых 80-х годах. Вот такая вот у меня ассоциация с этой орхидеей. Оп-оп-оп-оп. Ай, это что за красавчик? Ух ты. Видел в интернете такую под, значит, не названием, а Limited 22. Limited — это ограниченная, как бы, ограниченная, да, серия. Номер 22. Обычно так, знаете, производитель еще без названия орхидеи. Ух ты, черный грибок здесь на лепестках, но орхидея обалденная, просто обалденная. Посмотрите, какая нежнятина, какая мраморно-фиолетовая губа у этой орхидеи и такой сливочный цвет. Красотка, красотка. Она у нас здесь одна на этих тележках. Так, что еще интересное? Вот, похоже на легатообразную. Так, это у нас биглипчик интересненький. Похож на манта, ну, не манта Мальдивес, да, а манта Миндора, скорее всего, похоже, ну, могу ошибаться, ну, какая-то манта, точно, биглип. Так, это у нас вот такая вот кучка орхидей, и сейчас вторую тележку вам покажу. Так, где-то кто-то здесь заныкал. Ох, какая красавица, друзья, наконец-то они до нас добрались, до Волгограда, первый раз вижу их в продаже. Вау, какой, друзья, морковный пирог, он прям сочный, насыщенный, просто обалденно яркий такой окрас, роскошный, роскошный цветочек, друзья, обалденный, просто солнечный, но уже через наш канал таких орхидей прошло очень и очень и очень много за последние 5 лет. Вот еще один у нас персик розовый, такой обалденный, похоже на орхидею Golden Apple. Вот, посмотрите, вот такая вот красотка обалденная, яркая. Это у нас мальва, в народе называем ее мальвина или еще ксения. Вот такой нежно молочно-розовый биглипчик, губа такая с каймой розовой, сиреневой каймой, очень тоже интересная, подчеркивает лопату эту висящую, снежную, красивый биглипчик. Еще один цветок Golden Apple, на золотое яблоко похоже, я не утверждаю, но это крупноцветковое такое растение,
Рядышком еще одна желтенькая фисташка. Вообще сегодня просто космические орхидеи завоз. Они все крупные, крупноцветковые. И цена демократичная, по-моему, 855 рублей где-то мне попадался. А ценник, посмотрите, какой роскошный сиреневый биглип. У нас на канале есть такой биглипчик. Он очень-очень красивый. Чуть-чуть больше среднего размера у него цветки. Так, что у нас эксклюзивно интересного? Беленькие орхидеишки. Еще одна орхидея, похожая на орхидею Ола. Это не новинка, но они у нас часто в продаже появляются, такие орхидейки. Атласный немножко окрас, как будто, знаете, такой, знаете, из этой ткани сделано. Атласный. Белые биглипы, друзья. Посмотрите, какую сочная желтая серединка. Оф, 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 какие корни. Только, друзья, из-за одних корней такую орхидею можно прихватить. Обалденная. Но это классика. Белая орхидея должна быть обязательно у каждого архамана в коллекции. Так, еще Ола. Ух, Magic Art, что ли, да? Да, орхидея похожа на Magic Art. Ей уже никого не удивишь. А раньше за такой орхидеей гонялись. Днем с огнем не сыщешь. Люди дрались за эти орхидеи. Я помню, как вырывали из рук. Вот так подойдешь снимать, начинаешь. И у меня прям из рук вырывали. Было такое дело, да. Я застал еще те голодные орхидейные времена. Так, это у нас орхидеечка такая венозная, рыжая, оранжевая орхидея, но актуальная для осенне-зимнего периода на подоконнике, когда за окном серость, снежность. Вот такие орхидеи актуальны. Так, 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 так. Это у нас, что это у нас, что это у нас? Орхидея, похожая на зимнюю вишню. Ну, возможно, она есть, но это вот тоже из серии Magic Art. Примерно такой же вариант окраса, да, но вы видите, что это разные абсолютно орхидеи. И губа разная, и окрас разный, но немножечко просто палитра цветов меняется. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья, орхидея из точки роста цветонос. И, кстати, не особо такая, знаете, перспективная орхидея. Ух, 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 какой яркий. Вот, друзья, это морковный пирог, а в первом случае у нас была орхидея Golden Brick, скорее всего. Вот это вот морковный пирог, потому что он более яркий. Да, вот когда в сравнении смотришь, сразу понимаешь. Да, это морковный пирог. Смотрите, какой он яркий-прияркий. Ну, давайте еще пробежимся, что у нас здесь с орхидеечками. Так, 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 так. Эту я показывал, эту показывал. Здесь у нас вот такая вот. Что-то такое, знаете, издалека похоже на легатообразный. Ну, я ее персик, лимонный персик обзываю. Мы такую разыграли в прошлом, в прошлой раздаче орхидеи. Так, у нас это у нас элегант Пандора, по-моему, да, могу ошибаться, но вот от этого окраса прям рябит в глазах, как будто на пломбировое мороженое терочкой потерли замороженную малину, да, и вот такие завитушечки посыпались на мороженое, на пломбир. Что у нас еще здесь интересного? Вот такая вот желто-нежная фисташковая орхидея с разводами малиновыми, тоже интересная орхидея. Мы такую тоже в одном из ежемесячных раздач на нашем канале тоже такую отдали, распределили, кому-то она досталась. Так, ну и наконец-то вот эта красотка. Честно говоря, не помню название, может быть, даже и нет названия. У нас эти орхидеи только-только дошли до продажи. До этого видел только в других обзорах, в других магазинах. И вот, наконец-то, к нам Волгоград впервые доехали. Ну, по крайней мере, впервые мне попались эти орхидеи на обзор, чтобы можно было так увидеть их вживую. Очень красивая, обалденная орхидея. Обязательно я себе такую прихвачу, потому что каждая новиночка, когда попадается, я обязательно себе их прибираю. Ну и белые, конечно. Белые меня просят, чтобы я делал почаще обзор белых орхидей. Да, она прям белоснежная, кипельная такая, знаете, прям невеста-приневеста с ярко-сочной желтой серединкой. Очень крупная, с завитушками.
на язычке, такие усики обалденные. И она будет с морковным пирогом, где он, куда его поставил. Нет, это у нас Golden Brick, а это у нас... Вот он. Смотрите, какое сочетание цветов. Вот это две орхидеи, мне кажется, на подоконник поставил. Или, смотрите, просто экстаз, друзья. Это орхидейный экстаз. Посмотрите, как они друг друга дополняют. Обалденное сочетание. Прям вот все бросается в глаза. Друг друга они оттеняют, друг друга отыгрывают по цвету. Бесподобно. Не сравнится ничего. Каждый ровный окрас. Этот оранжево-морковный, это у нас беленькая. В общем, друзья, вот такой вот сегодня обзор. Что я прикуплю, смотрите в одном из следующих видео. Всем пока, до встречи в следующих видео.